дістатись терміналів або вежі в аеропорту Донецьку було проблемою. Злітна смуга, якою доводилось рухатись, легко прострілювалась з позиції противника. Наших хлопців врятувала тільки велика швидкість руху техніки, те, що з'являлась вона нахабно і неочікувано для бойовиків. Ну, ми залізли в бетер, нас сіло туди, да, 9 чоловік помістились в бетері. І темно, ніхто ж дороги, в принципі, не знає, це ж. Как вот первый раз приехал. Это был первый раз, да? Да, первый раз. Это 28-го. Ну, мы уже уезжали на башню 29-го, да. Ну, вот там час или два ночи мы переместились, дали приказ, что... Пока там выяснили, кто погибший, кто раненый. В общем, это что надо было выяснить, подать данные командованию, что сколько чего. Вот. И потом получили команду ехать. Хотя мы приехали на башню, два БТРа, там с первой роты один БТР и наш с третьей роты. И он еще там осколком повредил, я так понял, двигатель. Они, в общем, доехали до половины, до середины дороги и встали. Мы приезжаем, разгружаемся, пародейки говорит, мы стоим посерединке, там, в общем, между башней и терминалом, нужна помощь, он заглох. В общем, наш водитель, градус подымной, ну, не то, что он алкоголик, просто вот что-то прилипло, так градус. Вот. Он и помог, да, и наводчик КПВТшник, он же в башне, по-любому должен быть. Они едут туда, цепляют на трос, этот бетер второй, и заводят уже сюда. Вот. Ну и мы разместились, и нам объясняет Ваня, помню Ваня, фамилию не помню, вот, как-то. Снайпер. Он нам объясняет, что, пацаны, мы вас ждали еще днем, когда вы заезжали, днем, вы должны были два бетера просто заехать на башню. Что говорит, мы выглядываем, смотрим, что вся колонна прошла, а к нам никто, ну, на помощь, потому что их там маловато было. Мы там разместились ночью, пока зашли, пока определились, где же ночевать. И они все в фуфайках, а мы ж одежду подували, тот поснимали. То есть мы немного замерзли. И ночью там тогда такого не было, вот, кошмара. Вот утро, часов 6 утра, 5:30, начинают кошмарить. То есть тогда была чуть по-другому война происходила. Ну, так они выспались давая. И пошли. Да, да, вот они там на завтрак, приветствие, там десяток кинули, успокоились. Но это буквально было, наверное, день-два. И вот такая была критическая точка, уже, наверное, после прибывания нами там два, вот на третий день, когда начали именно ползти живой силой на башню и туда же тоже, на терминалы. Як правило, у вежі доводилось оборонятись. Хоча інколи, коли противник ставав занадто нахабним, надходили накази про наступ. Вони там згрупувалися в лісополоса, возле, ну, зеленка возле нового терміналу. Вот. В общем, була команда дана бетеру виїхати, відпрацювати по зеленці. А ми потім після них, значить, відпрацюємо, ну, хто чим там, гранатомети, мухи і все так далі. Вот, поработали. І от парню треба було заїхати, мабуть, задом сюда подарочку. Немного не рассчитали. Заехали передом, задок остался. И, в общем, вот под утро из ушек они зацепили батарею, он тоже сгорел. Успели там снять БК на гранатомет, я себе забрал. Там. Ну, в общем, пацаны там разгружали, кто что успел. То он еще, наверное, часа три там стрелял. То есть БК было загружено столько, что он... Постійним супутником військових в зоні бойових дій стає страх. Це нормально, поки він контрольований. Це не той страх, який паралізує і з яким неможливо впоратись, а той, який допомагає зберегти життя, вмикає інстинкт самозбереження. Немножко було страшно. Я не знаю, навіть як от страшно. Воно страшно, коли стріляють за ушко по окнам, воно взривається, там, в стіни попадається. Ну, как-то, не знаю. Страшно. Да, наверное, может, не все понимают, что такое страх. Страх же, можно бояться собаку, да, там, что она укусит. Можно бояться, там, что кирпич на голову упадет. Ну, тут просто переживаешь это все. Страшно, наверное, стоит уже потом, когда выезжаешь оттуда. Тогда встает немного. Так, там все это адреналин, то есть под адреналином ничего не болит, ничего ты не ощущаешь, вот, ну, по моим ощущениям. А когда уже выезжаешь и доходишь, вот, тогда, наверное, стоит страшно.
Втім, коли знаходились у вежі, пригадує Олексій, страшно було не від того, що навколо літали снаряди, до цього звикаєш. Страшно було залишитись без води. І одного разу саме так і сталося. Дві доби їм не могли доставити свіжу рідину. Пацани слили з цього, з БТР воду. Там ще, хорошо, що була вода, там їм там досоли, що ж то. Слили воду, кипятили і пили, ну, чай хоча б, щоб, ну, хоча б попити там. Тому що води, там такий відважний був парнішка, по-моєму, боїв, на мотовозі їздив. Вот он ночью ездит, там приезжает, ну, он, мы передали, что воды нет, но он такой, что вот едет мимо, там пару бутылок воды кинет, там вот арочка и проезд. Mm-hmm. Вот, он проедет, там пехота, там выскочили, пару бутылок воды кинет, забрали, все, вот, все поело. То есть, и вот именно такое отступление лирическое. Что удивляло, у нас есть общий друг с Колей, Шамиль. Андрюха Яхимет. Ну, он молодой, сильно любит сгущенку. Он ее там банки всасывал, как уши, я не знаю. Воды же, я говорю, Андрюха, он открывает там, ну, два отверстия, бах-бах ножом. Будешь, я говорю, Андрюха, воды нет, я ж потом засохну. Он ее там всосал, говорит, ну, там разберемся потом. Есть вода, нет воды, сгущенку надо кушать. Як заїзд до аеропорту, так і виїзд на ротацію тривали саме в день. З чим це пов'язане, хлопцям невідомо, втім, накази ніхто не обговорює. Ну, я не знаю, видно, так вийшло, пробачте. Я не говорю, що забили, але, видно, не вийшло ночі нас вивезти. І от десь в обід, часа два, мабуть, дня було, да? Тому що сонце так, ну, стояло прямо в зеніті. Десь, да, часа два дня, мабуть. Всі сидять розслаблені, ну, на посту, там, це. І поступає команда на ротацію. Тобто, виходимо, приїхали сменщики. Вывели днем, потому что я не знаю, забыли, не забыли, не получилось нас вывезти. Вот два часа дня где-то, да, пока мы там, ну, вещи в основном были, какие там вещи, там, вещмешок, ну, вот, там, салфетки такое все. Схватили вещи, оружие и выбежали. Еще стояли, ждали, наверное, ну, это казалось так долго, что он так долго не выходит, этот парнишка с первой роты, снайпер у них был. И мы вот уже сели в БТРы, сидим, два БТРа тогда, Хатабыч нас, вот, я думал, что он сегодня придет, вот, он нас вывозил. И мы стоим просто на, вот возле, там взлетка, там на взлетке стоит два БТРа, днем, а мины падают. И как раз попала одна мина, Андрюха сфотографировал. Он еще успел сфотографировать, вот, то есть, вот попадает в башню, в верхние этажи, фотография такая, что вот, он фотографирует, как дым идет, и вот напротив солнца, короче, ну, снимок такой, ну, нормальный, такой, ракурс выбрал. Ну, пока мы сели, сидим, ждем, и паника, ну, как бы, ну, нельзя тут стоять так долго. В общем, пока тут парнишка заскочил, мы поехали, ну, все нормально, выехали, все. Ну, что хочу сказать, что заехало нас ровно 100 человек тогда, 28-го, а выехало 49, мы забрали. Більше половини. Олексій Поточняк жартома каже, що відкривав та закривав сезон знаходження 79-ки в Донецькому аеропорту. Першого разу він був у вежі, коли вдруге поїхав, обороняв новий термінал. Виїзд через Піски. Там командир списки об'явив, тому що не всі, хто заїхав в Піски, не всі попали в термінал. Він там список об'явив. Вот, и, между прочим, вот, когда у нас 1 числа прощались с Ромой и Гульченко. Mm-hmm. Гуля, он, по-моему, пришел, перевелся с какой-то части к нам. Вот его фамилию, по-моему, он тогда не называл. Вот. Ну, он только пришел, молодой. Вот он так, видно, позывной рыцарь. Командиром тогда был у нас 3-й роты. Он назвал фамилии, ну вот, в общем, заехало 17 или 18 человек, я точно не помню, 26-го. Еще о чем хотел сказать, что мы пошли в баню помыться к правосекам, там они недалеко базировались, ну какая баня там, пришли, оно уже половина, по-моему, была разбита этой бани, вот, пришли в баню, темно ж, это нас пришло, наверное, человек там 20 прилезло туда, стоит большой такой бак, греется дровами вода. Вода не успела нагреться. В общем, посидели. Ну, там так пар, тепло.
посидели это все, намочились, растерли это все дело. Ни мыло, ни полотенец с собой, никого, ничего. Замены белья, по-моему, даже не было. Вот так посидели, потрещали там, болото поразвозили по себе, оделись и пошли. В общем, 26 утром нас завезли в терминал. Разом з військовими в найгарячіших точках часто знаходились люди, чиє покликання занадто далеке від війни. Це священники. Правильно кажуть, що під обстрілами слова молитов пригадують усі. До капеланів приходять за порадами, діляться проблемами і страхами. Був капелан і в аеропорту, коли там знаходився Олексій. Не просто поруч, а намагався бути корисним. Він з Андрюхою ходив на перший пост. Він говорить, я оружие в руки не беру, ну, как бы мне нельзя, я там, убеждение. А заряжать-то я могу, могу. Ну, вот это он там мастерки заряжал, мол, ленты, в общем, БК заряжал Андрюхи. И с ним постоянно ходил на пост. Ну, людей немножко не хватало, потому что много вывозило раненых. Вот каждое утро там, или надо днем вывозили, надо утром, вечером. То есть, вот эти вот, я хочу сказать, что ребята, водители БТРов, тоже такие парни отчаянные. Олексій каже, що просто присутність священиків вже заспокоювала. До імпровізованих служінь у чистому полі приєднувались навіть ті, хто вважав себе атеїстом. Він підходить, ребятки, давайте там, от, поки тихо, там, помолимося всі вместе. От. Нічого такого, ну, там, якісь молитви, да. Ніхто ж, в принципі, многі взагалі не знають ні молитв, нічого. Навіть не отче наш, там, з ошибками, так, ну, говорить, не повністю знають. А уже он там вот просто подходит, ребят, ну кто хочет, давайте помолимся. Вот. То есть его присутствие их немножко раскрепощало в этом смысле. Кто-то хреститься не толком не умел, кто-то. Но это все приходит. Вот, садишься в бетов. Самое, ну, будем говорить, самое стрёмное при заезде и выезде. А тебе там взагалі нічого не зависить. Олексій пригадує одного сивого капелана, з яким зустрівся у Краматорську. От він прийшов, ну, просто почав розмовляти з ребятами, і так от підтягуються, підтягуються. Борода така сідає. Ну, видно, ну, йому вже, ну, старенький, такий худощавий, без шапки, сідой. І от пацани підтягуються, підтягуються. Він говорить, от нічого такого вам. Говорит, я понимаю, что вы, основная масса, в что-то верите, там, да, где-то в что-то. Вот. Он говорит, я просто хожу сейчас по частям, где солдаты, просто рассказываю, ну, коротенькая, самая коротенькая молитва, там вот, сели в бетер, например, да, вот опасность чувствуете, вот, вот коротенькая молитва. Вот, вот, и все так послушали. Ну, вопросов мало кто задавал, потому что на эту тему мало людей, ну, знают, что задать или что спросить. Ну, это все приходит в самые опасные моменты. Вспоминаете? Да. Спогадів у Олексія багато. І приємних, але більше трагічних. В Миколаєві після демобілізації він вирішив не повертатись на стару роботу. Тепер Олексій Поточняк – кадровий військовий. Адже розуміє, його досвід та знання потрібні країні.